Начал раскрываться пион. Коралл Шарм. Коралл Шарм. Красавец, да, ребят? Пиончик красавец. Угу. Наш пион, коралл, коралловый пион раскрылся хорошо. Смотри, какая красота, а? Я обалдею, ребят. А здесь бутончик не раскрылся еще. Ну, 2-3 дня он раскроется. А может быть, когда тепло. А здесь красава. Ай, красава, а? Здесь открытый. Раскрытый. И там два раскрытых. Ай. Ай, ай. Пион коралловый. Его еще называют хамелеон. Вот такой-то у нас уже пиончик. Коралл Шарм. Это прошел один день. Как он зацвел. Смотри. Красавец, да, ребят? Пчелка улетела. Прилетела. Пчелка прилетела. Красота. Этот уже чуть-чуть светлее. Пиончик. Нашел. Посмотрим, что завтра будет, да? И этот. Этот только расцветает. Смотри. Пчелка. Одна маленькая пчелка бы, другая большая. Смотри. Коралловый пион. Коралл Шарм. Наш пиончик, коралловый пиончик, немножко поменял свой цвет. Это уже третий день, ребята. Цветет третий день коралловый пиончик. Смотри. И пчелка, и одна, вторая пчелка опыляют наш коралловый пиончик. А этот еще в розовом цвете. А этот уже немножко поменял цвет. Коралловый пион, хамелеон. Хамелеон, ребят. Аба. Смотри. Этот бутончик расцветает. Вот этот тоже расцветает. Ну, тут еще, здесь еще цвет розовый, коралловый.
А вот здесь, смотри, это еще один. Сейчас покажу. Давай. Здесь уже поменялся цвет. Это самые первые, которые расцвели бутончики. О, смотри. Ай, жена меня убьет. Смотри. Ну, будем наблюдать далее. Завтра зайду. Это четвертый день пиона. Кораллового пиона. Коралл Шарм. Видите? Немножко поменял свой цвет пиончик. Был розовый, коралловый, стал чуть-чуть светлее. Пчелка работает. Этот. Вот такой приблизительно был пион. Вот так. А стал сейчас вот такой. Поменял цвет, да? Вот так-то, ребятки. Вот смотрите. Еще. Это он зацветает. Это уже прошло некоторое время. Этот тоже зацветает. Смотри. А этот. Этот уже. Скоро этот пион будет цветом парного молока. Смотри. Да. Класс, да? Это четвертый день, когда пиончик наш цветет. Ну, продолжим. Далее продолжим. Когда цветется, будем наблюдать. Когда пионы будут цветом парного молока, наверное, тогда мы и закончим этот ролик. Пчелки работают, а? Три пчелы. Пыльцу собирают. Ребята, это сегодня пятый день цветет пион. Коралловый пион. Смотри. Был такой цвет. Это коралловый цвет. Потом такой. Коралловый. Смотри. А здесь этот пиончик уже поменял свой цвет. И этот пиончик поменял свой цвет. Стал под цвет парного молока. Смотри, какой красава. Красиво. Смотри. Под цвет парного молока. Майский жук. Залез цветок. Тоже кушать хочет? Красиво, да? Но я туда уже залазить не буду ближе. Потому как там жена уже сполола, пополола, а я туда лезть не хочу. Она мне ругать будет. Вот, ребята, это самый первый расцвел этот цветок кораллового пиона. Сейчас он превратился, был розовый, стал цвет парного молока. Вот такой цвет. Смотри.
буквально за 5 дней наш коралловый пион с розового цвета превратился под цвет парного молока. Правда, не все бутончики еще превратились, но и к этому идет все. Ну что, ребята, будем, наверное, заканчивать этот ролик про коралловый пион. Так что коралловый пион размножается делением куста. И размножать его, делить куст на 5-6 год цветения. Иначе ваш цветочек пропадет. Раз в 5-6 лет делим куст. Раньше нежелательно. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребята. Коралловый пион. Коралл Шарм. Еще посмотрим эту красоту. И я выключаю. Смотри. Пока-пока, ребятка. Ну что, ребятка, это 6-й день кораллового пиончика. Смотри, цвет. Какой цвет? Это превратился наш коралловый пион в цвет парного молока. Смотри, нет, здесь тоже цвет парного молока. Здесь. Видите? Вот наш пиончик. Ребята, сегодня ночью, то есть утром или вчера ночью, был ливень. Очень сильный. И наш пиончик чуть-чуть дождик прибил. Смотри, какой. Это наш коралловый пион. Смотри. Это уже, наверное, последняя стадия будут. Теперь лепесточки опадать. Вот так, вот такое превращение нашего кораллового пиона под цвет парного молока. Был коралловый цвет, а стал цвет парного молока. Смотри, вот это вот еще. Был такой цвет, розовый. Коралловый. И стал вот такой. Ну, на этом я, наверное, видео свое буду заканчивать. Всем пока-пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Ребята, пока-пока. Коралловый пион.